Всем привет, с вами Metal Sonic, и сегодня мы продолжим проходить игру Spider-Man для приставки PlayStation. Ну что ж, давайте загрузим игру и продолжим. На сей раз мы будем сражаться с носорогом. До внедрения двух новейших технологий осталось 2 дня. Остается один вопрос. Динозавр? Вот. Да, да ведь это наш человек-насекомое. Человеку-пауку угрожает черный кот. Носорог тоже за ним охотится. Ну вот, начинается бой с носорогом. В принципе, стратегия проста. Просто ждать, пока он разбежится и ударится об эти генераторы. Давайте сначала найдем комикс. Для того, чтобы его найти, нужно разбить вот эти все эти зеленые бочки на углу. Вот, эти бочки мы сейчас разобьем. Так, он пока отвлекся. Твою дивизию. Так. И движемся в другой угол. И здесь тоже разбиваем бочки. Вообще, это довольно бесячий босс. Мне кажется, самый скучный в игре. Вообще, мне кажется, что во всех играх уже, где можно, запихали этого носорога. И везде одинаковая стратегия. Жди, пока он дается об стенку, и потом бей его. Ну, в этой игре, в принципе, у него... Он, как всегда, интеллектом не блещет. Вон, у него уже вокруг головы звездочки крутятся. Так. Это значит, что он на секунду отключился. Грубо говоря. Да блин. Иди в жопу, так. Что такое? Щупальца повредил. Вот и комикс. Так иди же. Живо, живо. Да блин. Да сука. Да блин! Ёперный театр, у меня не получается. Так. Да что со мной такое, господи? Я же эту игру 10 раз прошел. О, вот сейчас удар прошел успешно. Так. Главное вовремя встать за генератор, а все остальное дело техники. Так. Да блин. Что-то такое резкий. Так. Ну, в принципе, нам еще чуть-чуть осталось. Но мы его перехитрили, так сказать. Эй, это другое оборудование. Хоп. Вот, собственно, и все. Пусть ударится об стенку. Я его могу даже паутиной добить. Я кого-то слышал. Опять ребята в синем. Лучше спрятаться. Лучшие места в портере. Октавиус, что он здесь делает? Офицеры, пожалуйста, отойдите, позвольте мне. Док Октавиус помогает полиции. Он и правда перевоспитался. Октавиус разобрался с носорогом. Я должен узнать, что случилось с черным котом.
Это работа для Питера Паркера, а не для Человека-паука. Подожди, Кэт, это Питер. Питер, помоги мне. Я не совсем... Превосходно. Превосходно. Ну вот, вот мы увидели, какие-то подозрительные злодеи украли кошку. Ну и мы, конечно, ее спасем. Такой вот рассказ, Джонни. Похоже, у тебя куча неприятностей, но ты найдешь Венома. Но как? Веном невидим для моего паучьего восприятия. Зная твое везение, Веном сам тебя найдет. Держись, паучок. Но где она может быть? Я должен ее найти. У меня нет выбора. Так-так-так, сколько шума. Хочешь на перегонки? Паркер ненавидит, когда я на него сваливаюсь. Ненавижу, когда он на меня сваливается. Сейчас последует... Погоня за Веном, один из моих любимых уровней. Не знаю почему, наверное, потому что он динамичный. Но, как я слышу, у многих были проблемы с этим уровнем. Там в одном моменте, когда проходит катсцена со зданием, Человек-паук падает вниз. Но это в ПК-версии. В PlayStation же такого не было. Так. А многие его просто не могли пройти, потому что... Некоторые не могли его пройти, потому что он казался сложным. Вот я подобрал броню. Снова. Ну, пока что она мне, в принципе, не нужна, но потом, в принципе, пригодится, думаю. Так. Это нафиг. Ладно. Что-то я в стене застрял. Вот в этой. Так. Так, Веном. Давайте за ним последуем. Зачем я это сделал? Вот об этой катсцене я говорил. Ой-ой-ой, нужно двигаться. Ой-ой-ой, нужно двигаться. Предупредитесь. О, боже! Так, что-то тут с графикой случилось. Надо настроить, наверное. Ну ладно. Да что же ты нафиг делаешь? Да блин. Ну хрен ли ты цепляешься? Фух, я уже испугался, что проигрываю. В принципе, проиграть тут обидно, потому что два здания осталось пролететь. Так. Но я, видимо, не проиграю. Хочешь сразиться? Иди за мной. Мы вином, как последний дебил, прыгает вниз и хочет со мной подраться. Но ведь он не знает, что Человек-паук победит. Куда подевался этот паучий шнырь? Эй, паучий шнырь! Выходи, поиграем! Ну что, сейчас мы сродимся с этим ключом, так сказать. Вернись, Веном! Ты где? Вот сейчас ты меня видишь. Сейчас нет. Комикс. Сделано в Америке. Чего? Так. Самая хорошая стратегия — это вот забросать паутинкой. Паутиной. Сейчас дождешься, так. Можно его бить перчатками. Хабрицы,
Все, победный удар. И мы его победили. Кстати, на сложном режиме его победить сложнее, потому что там дается мало паутины. Ну, следующий уровень вы, как обычно, увидите в следующей части моего прохождения. А пока подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока!